Мы продолжаем сеть таких киношек, которые, ну, могут рассказать и вылить вам правду всю про один ресурс на одном украинском реверсе. Вот именно слово реверс как раз для этого легко можно поставить. Реверс. Не сервер, а реверс. Ну и это мы продолжаем сеть рекламно-агитационных, но не пропагандических зарисовок про одно чудо-юдо сервер. Ну, это, в продолжении я могу сказанного сказать, что эти люди нас называют ватой. А что такое слово вата? Они не понимают до сих пор. А слово вата, это у них типа такое слово, что вата это вата. То есть человек, который говорит, ну, какую-то чушь. Для них это вата. А для меня вата, это сугубо медицинское, это. Еще плюс на зонах люди ходят как раз в этих телогреках, из которого материала видно, что они сделаны из ватин. Но еще я могу сказать, что вата это отходы от переработки хлопка. Вот и все. Ничего тут такого политического не можно сказать. Вот. Что я хочу сказать насчет музыкального сопровождения. Им давит музыка на уши. Ну понятный пень, что люди не любят музыку вообще. Вот. И на этом ресурсе подавно. Ну ладно, дело не в этом. Дело в понимании того, что мы можем заделать эту украинскую тварь в виртуальном мире. Они все говорят, да мы вас, побьем на виртуальном рынке. Да, у них столько профи нету. Понимаешь, сколько есть по всей России. В любом российском городе есть интернет. Профи, которые в этом виртуальном мире это. А в Украине только 1, 2, 3, 4, 5, 5 человек. Во всей Украине. Вот. Еще плюс шестерки со всего государства виртуального. И напоследок я скажу, что вот сейчас мне один человек, не знаю я его по имени, но который себе каким-то пеплом это потом, ну, виртуально озабоченный человек. Я по его рассуждению говорю, что мы вата, и нами нашим флагом, а за это, вот только за оскорбление вот этого, или рисунка вот этого, показать нашим правовым людям, они найдут по сети виртуального мира этого человека, кто нарисовал, и так его, а против шкурки погладят, то мама не горюй, загремит этот человек на большой срок. Продолжение следует. На этом мы примерно заканчиваем вторую часть. В будущем вы услышите и третью часть примерно. А первая часть уже есть. На данный момент у меня идет процесс рекламы какого-то ресурса. Давайте я вам расскажу это все по полочкам. Примерно человек хочет сказать, что в течение 2 минут я сказал. Ну, начинается. У меня сейчас на данный момент есть какие-то проблемы в том, чтобы объяснить этому человеку, что он и что, и какая она.